буквально в трех словах вам, да, объясню. Значит, сейчас записываем ингредиенты. Беспилотников позволяет постоянно сопрягаться самодельных беспилотных летательных аппаратов составляет до 3,5 метра. Кем-то, одной из стран, которая обладает именно возможностями, да, и технологиями производства беспилотных летательных аппаратов, было предоставлено террористическим группировкам. Потому что собрать на коленке такие беспилотные летательные аппараты с такой системой управления, с именно учитывая все законы аэродинамики, система наведения, система сброса самодельных взрывных устройств, однозначно говорит о том, что кто-то представил данные технологии боевикам. Это, безусловно, конечно, очень большая опасность. Вот. И не только для наших подразделений, это вообще, на наш взгляд, большая опасность для всего мирового сообщества, что в руки террористам международным попали данные технологии.